ужаснейшем состоянии находятся дороги в Астраханской области. Именно ровно до границы до Волгоградской, по всей протяженности вот этой трассы, федеральной трассы, и в городе, там что уже ужас, что творится. Такого ужаснейшего состояния по всей трассе Астрахань-Москва просто нет. Это Ахтубинский район, и в городе Ахтубинске я не знаю, что делается с деньгами на ремонт дорог. Тут вместо того, чтобы отремонтировать дорогу, уже вот несколько лет висят вот такие интересные знаки. Вы снижаете скорость до 70, но вот так вот неровные дороги у нас оказывается. Вот это, состояние неровных дорог. Блин, вы отремонтировать дорогу можете? Тут не то, что тут на скорости 40 км, 50 км в час еле ехать можно. Яма на яме, дыры просто огромнейшие. И латки на латке. Вот. Это, ну, просто я бы хотел, конечно, обратить внимание вышестоящих органов на это все, куда смотрит прокуратура, и федеральный бюджет наверняка как-то неиспользованные средства, как говорит правительство, да, как-то не, вообще не используются. Здесь просто нету дороги нормальной. А это еще не сезон, когда начнутся здесь сбор урожаев, да, это пойдут здесь фуры. Здесь даже вместо того, чтобы отремонтировать вот эти вот дороги, все яма на яме, сделали ограничение. С 6 утра до 10 вечера фурам нельзя ездить. А вместо того, чтобы сделать нормальную, как полагается, по ГОСТу для этих широт трассу, чтобы асфальт не плыл, чтобы зимой нормально, в нормальном состоянии был. Видите, да, вот латка на латке, яма. Это вся дорога такая, абсолютно вся. Тут можно снимать часами, пока едешь по ней. Это просто ужас. Не, ну, невозможно ехать нормально, если либо лететь нужно, все машины едут, трясутся. Это просто ужас. Вот, пожалуйста, яма. Яма на яме. В общем, я бы хотел, чтобы эту информацию донесли до самых высших уровней управления бюджетом и